Недавно я прочитал историю Барака Обама, пришел со своей женой Мишель Обама в ресторан. И приходит управляющий этого ресторана и спрашивает Барака Обаму, можно ли отойти с его женой. Барак Обама говорит, да, конечно, пожалуйста. Жена возвращается. Обама спрашивает, кто это? Она говорит, ну, знаешь, вместе учились в школе, он за мной тогда ухаживал. И Барак Обама смеется и говорит, ну, представь, если бы вот ты вышла за него, ты бы была сейчас жена управляющего ресторана. А вот так ты жена президента. Она говорит, да нет, говорит, я была и так женой президента. А вот кем бы был ты? И вот я очень сильно верю в то, что достижения происходят через совместную работу. И во многих достижениях, чтобы сделать большой результат, нужна мудрая и сильная женщина.